А перед началом поставь лайк, подпишись на канал, нажми на колокольчик, и тогда твои шансы на легендарку вырастут в два раза. Всем привет, ребят, с вами снова Флиппи, это новый видеоролик по игрушке Brawl Stars, и сегодня мы записываем с моей сестрой Колесо. Всем привет. Да, ребят, перед началом, как всегда, лайк, подписка, комментарий, колокольчик. Ну и что мы сегодня будем делать? А будем мы делать невероятное, и впервые мы делаем такое. Короче, мы будем сегодня играть в колесо, в кражу подарков. Такого видеоролика точно еще не было нигде. Так что вдвойне давайте накидаем здесь лайкосиков. Поехали, собственно, крутить. Надеюсь, что выпуск будет насыщенный. Поехали. Все, поехали крутить. Сначала крутим Варе, потом мне. Я надеюсь, что сейчас выпадет мне какой-нибудь новенький персонаж. Ну и надеюсь, что... Ну, Варе по... физически никак не может выпасть новый персонаж, потому что у нее их пока что нету. И первый выпадает Фрэнк. Давай, Варь, тебе Фрэнка, а я возьму какого-нибудь другого. Ну, возможно, мы сейчас поменяемся, потому что за Фрэнка отыгрывать, конечно, в этом режиме кражу подарков, это очень больно. И мне выпадает Барли. Лучше я возьму Барли, потому что мы тогда точно уж проиграем, если ты его возьмешь. Все, давайте берем. Берем Барлея. Поехали, Варь. Сейчас нужно просто потно тащить. Мы отыграем сегодня, ребятки, где-то, я думаю, 3-4 максимум игры. Я надеюсь, что мы их затащим, потому что это первый видеоролик, где я снимаю вообще кражу подарков. И ой-ой-ой, здесь еще и корабль качается. Я забыл про это абсолютно. Потому что иногда все-таки попадается в некоторых играх. Ну, точнее, я захожу частенько, на самом деле, в кражу подарков, но почему-то не во всех картах не всегда этот корабль качается. Точнее, карта всегда одна и та же, понятное дело. Но, и, кстати, напишите, почему на корабле трава? Меня это до сих пор как-то удивляет и забавляет. Так, так, нет, 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 кто-нибудь там, заберите. Так, медведя нужно контролить. Медведя контролим, хорошо, замечательно. Так, у меня какие-то лаги с интернетом, Варю, у тебя тоже? Нет, у меня нормально. У меня все, у меня вроде бы прошло. Как они нам забили, как? Серьезно? Так, ладно, давайте. Ой. Я ультую, ну все, мы по идее затащили. Быстрые каточки происходят сейчас, однако. Так, мы забьем или не забьем? А почему мы не забили? Серьезно, Варя, забирай! Закидывай, 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 закидывай! Ультой, прям ультой! Варя! Фух, мы затащили еле-еле. У меня какие-то подлагивания в игре, я не знаю почему. Ты, Варя, кстати, звездный игрок? Офигеть. Ну, это было на самом деле жестко. Что-то реально, здесь какие-то очень потные катки, напряженные. То, и, кстати, они то всегда все время короткие, то очень длинные. Но я надеюсь, что они будут какие-нибудь средние, потому что не люблю долго вот задерживаться на одном режиме. Короче, поехали крутить колесо дальше. Второй раз крутим, смотрим, что сейчас дропнется. А я немного... Поправлю как-нибудь вот так вот вебочку. Все, замечательно. Идеально сейчас. И выпадает... Рика. Не Рика, только не говорите Рика. Это будет... Это будет Рика. Окей, хорошо. Хорошо. Давай, пока возьми Рика. Мне кажется, что сейчас может мне выпасть что-нибудь поинтереснее. И мне выпадает... Слушай, у меня сегодня будут одни метатели, похоже, потому что у меня сейчас был Барли, и сейчас может будет Динамайк? Нет, да. Динамайк, офигеть. Ну, в принципе, не такой уж плохой выбор. Динамайк реально сюда подходит. Берем Динамайка. Вот у меня, так, скинчик. Я же на него скин недавно покупал. Или это и есть новый скин? А, нет, я... Нет, новогодний. Новогодний? Нет новогоднего скина на него. Есть? Жми готово. Почему-то мне его не предложили купить. Или... он у меня есть, точно. Слушайте, нужно было взять новогодний скин. Кстати, скоро оформление будет новое, новогоднее. Но я что-то с ним припоздал на самом деле, ребят. Так, давай, аккуратно. Меня тоже пугает, что меняется положение корабля в пространстве. Сейчас надо будет бежать вот так вот, потому что сейчас корабль перевернется, да. Все было спланировано. Ну, подбираемся поближе. Дэрил, сейчас нам... Пожалуйста, Дэрил, не обломай всю малину. Так, я перекидываю через стенку. Через стенку перекидывай. Варя, бери мяч, точнее, подарочек. Или все, иди с Дэрилом. Отлично. Первый мяч мы забили. Слушайте, а вот пока что идет все очень даже хорошо. Вот только мне не нравится, что у меня периодически какие-то подлагивания присутствуют. Так, Дэрила, ой, Мортиса. Мортиса мы забили. Он, кстати, из клана Aurum TV. Так что мы, можно сказать, победили сейчас. Ой, а у меня 35 хпшек. Ну-ка, Дэрил, тащи, красавчик, все. Слушайте, быстрые игры очень происходят. Возможно, будет больше, чем 4 игры. Ты опять звездный игрок. Да какого? Серьезно, что-то тебе реально здесь везет. И
Пока что меня все радует, потому что две игры подряд мы затащили. Это как-то странно, особенно для наших выпусков. Окей, поехали третий раз крутить колесо. Если мы на третий раз затащим, это будет вообще что-то невероятное. Поехали, смотрим, что сейчас будет. Варя, чекай, что сейчас будет. Я, кстати, если Варя сейчас выпадет случайно Би или Макс, то я их себе возьму. А сейчас как раз... Вот я только сказал, они сразу же выпали. И это будет Би или Макс. Блин, лучше был бы Макс, потому что под этот режим Би не совсем подходит. Так, теперь, ну, Био себе беру. Теперь чекаем, что Варе выпадет. И ей выпадет... Так, это предположительно будет Пенни. Да, это уже, скорее всего, будет Пенни. И да, все. Выбирай Пенни, короче, и поехали играть. Давайте я даже ее немножечко прокачаю. Прокачали мы до 5 уровня, не так уж-то и много. Но надеюсь, что сейчас я как раз-таки на ней апну первые свои 100 кубков. Я... Очень легко апать первые 100 кубков на самом деле. И Био мне нравится как персонаж, но мне хочется на нее пассивку, потому что так персонаж довольно слабенький в плане, как одиночный персонаж, допустим, в том же шоудауне. То есть реально довольно тяжеловат. Ой, help me, у меня лаги с интернетом, вообще ничего поделать не могу. Подожди, Варя, у меня лаги с интернетом, поэтому у меня реально... Мне тоже. Так, а что делать? Что делать в таком случае, когда лаги с интернетом? Ладно, хорошо. Ну, первый мяч мы забили, это естественно. Они тоже. Так, но нужно, Варь, нужно их как-то контролить. Это нужно однозначно им сейчас не давать шансов. Так, ай, да что ж такое? Ну-ка, Варь, я надеюсь, что мы сейчас должны затащить, потому что на третий раз точно. Но, кстати, нам сейчас попалась довольно сильная команда, потому что, поэтому, точнее, не потому что, а поэтому нам будет сейчас очень спортно. 1-1, кто сейчас забьет, ну, это все однозначно, тот и победитель. Аккуратненько, Мортис, иди к черту, нафиг, он хотел с подарком угнать сейчас. Так, ладно, справились с командой, нужно переходить как-нибудь в атаку, при этом, как-то я не знаю, каким образом, но нужно при этом еще защищаться. Да, что с интернетом? Вот интернет самая главная проблема, вот специально на третий раз всегда вот так вот получается. Ну-ка, здесь кто-то сидел? Да, здесь сидела Шелька, мы Шельку затащили, но... Ну, чувствую, что вот эта вот игра точно затянется. Вот, блин. Я не люблю, когда затягиваются игры, потому что все неоднозначно. Либо лучше мы пускай сольем быстро, либо мы быстро затащим. Я не люблю, вот когда вот реально вот так вот долго-долго-долго идем до самого вот финала, так скажем. Так, хорошо. Так, нужно Шельку контролить, а то она у нас заберет. Так, ульту. Рикошет. Рикошет, блин, я его называю рикошет, он Рика. Рика меня, конечно, вынес. И тебя, Варя, я тоже вижу. Ну-ка, аккуратненько, хорошо, Мортис не успел не особо ничего сделать. Побежали вперед. И, ой-ой-ой, да откуда вы беретесь? Как они быстро так прибегают, офигеть. Ну, слушайте, это точно игра сейчас затянется у нас. И если она жестко так затянется, то... И мы еще и проиграем в конце, то будет обидно. Ой-ой-ой, не давать подарок. Нафиг надо. Так, ульта моя прошла, но не до конца, не совсем как я хотел. Так, подарку не подпускать Шельку. Отлично, все, замечательно. Ну, не совсем, конечно. Оп, так. У меня мало хп, поэтому, блин, я даже не знаю, что сейчас делать, как вообще подобраться к ним. Но, в принципе, у нас такие команды равные. Ой-ой-ой, ребята, вот сейчас будет самый пот и все самое интересное. Нет, мы сейчас походу сольемся, у нас из Тима никого не осталось, только я. Все, никого из Тима не осталось. Я не знаю, как нам сейчас удастся его забрать. Забирайте нафиг этого рикошета. Отлично. Подарочек отлетел туда, куда надо. Побежали дальше. Я не знаю. Я вообще не представляю, как мы сейчас будем выносить. Но мы постараемся. Опа! А у них Шелька. У них что-то с Шелькой. Чекай. Блин, попробуйте напасть, забрать подарок. Так, ну-ка, хелпуй. Ой, все. Видимо, эта игра закончится ничьей, потому что, ну, 25 секунд, это совсем уж ни о чем. Или нет, или, оп, хорошо, у них шели потная, жестко. Ну, чекайте, все, да, скорее всего, это будет ничья, мы здесь вряд ли уже затащим, потому что команды прям вот супер равные, и, в принципе, та команда неплохо тащила, ну и мы, в принципе, более-менее старались. Но все-таки они немножко посильнее нас, но мы выдержали, так скажем, напор, все, игра окончена, бой окончен. Сейчас пойдем в последнюю игру, но радует то, что мы пока что еще ни разу не проиграли. И, к сожалению, плюс кубасиков я не получил. Обидно, но тоже неплохо. Все, поехали последний раз крутить на сегодня колесо. Последняя игра, ребят, вот сейчас самое важное, что может быть произойти. Если ты до сих пор лайкос не поставил, то лайк сейчас как раз таки влепи. Летит мне персонаж...
Так, Джесси пролетает, Брок, выпадает Брок. Ну, я не знаю, или кто это. Брок. Давай, подожди, не бери Брока. Возможно, мы сейчас распределим по-другому, потому что, ну, Брок довольно сложный персонаж на данную карту. Так, и летит. Ой-ой-ой. Это, ой, вот это будет очень Пайпер. Короче, ты бери Брока, я беру Пайпер, потому что за Пайпер я вроде бы тащу. Поехали. Так, Пайпер, Пайпер, Пайпер. Где она у меня находится? И я ее, как всегда, не найти. Вот она. Спасибочка, я возьму как раз-таки на нее этот скин. Боксик последний на удачу. Может, здесь что-нибудь дропнется? Да. Ничего, как всегда, здесь не дропается. Ну, потому что у меня и так все персы. Все, поехали, Варь. Я не знаю. Наша задача сейчас либо быстро затащить, либо уж ладно быстро проиграть. Потому что я не хочу так долго затягивать видос, просто давая отпор другой тиме. Ну, вроде бы у нас есть Шелька, мы вдвоем дальники. По идее, мы сейчас можем что-нибудь нормальное, годное сделать. Ну, чекай, у них Пайпер вообще никакая, то есть она играть реально не умеет, я вот это сразу же вижу, но при этом у нас, как мне кажется, Шелли тоже никакущая попалась. Так, я ультую сюда, я забираю бокс, я его оставляю на базе у них. Ладно, Варь, давай тащи, ультуй в них! Ой, ты могла сейчас прям идеально просто запустить в них ульту втроих в один момент, но ты не успела. Ну ладно, ладно, окей. Ой, на меня сейчас осталась функция попытаться не пропустить никого. Сейчас сюда прилетит Пайпер, поэтому я просто ее нафиг здесь жду. Так, она сюда прилетает, я раз и... Ой, все, отлично, мы ее забрали. Она даже ничего не успела сделать, собственно. Так, я ультую, у меня 900 хп, карта перевернулась, и меня сразу же убил Ворон. Блин, вот сейчас будет опять эта тягомотина, потому что ни одна из команд, ни мы, ни они не хотят ну, понятно почему, не хотят друг друга пропускать, но... Так, раз. Ну, Пайпер на самом деле не такая глупая, хотя нет. Она... Опа, я ультую. Так, я подобрался к их... банки, и я бегу, да блин, я вот только отбежал на секунду, и сразу же меня закиляли. Ну, сложно, опять же сложно, потому что, ну, тима серьезная на самом деле. А что с нашей Шелли? Варя, кажется, нам попалась та Шелли, которая была в предыдущей игре против нас, и нас сейчас убьют по такой глупости. А что, вот наша Шелли опять тупит, что она делает? Уже, ребят, вот я так и знал, что мы сейчас сольемся, потому что нам попалась Шелька, просто идиотская. Я не люблю так, когда вот попадается. Еще, блин, всегда это получается почему-то в самый важный момент. Нам попадается в тиму какой-нибудь идиот. Ладно. Ладно, слили так слили, но зато это произошло довольно быстро. Ну, возможно, у нас есть еще шанс за 30 секунд как-то быстренько, Варя, я не знаю, пошли, побежали быстро на базу, хотя тебя сейчас быстро... Ой, тебя загасили, ладно. Ладно, я короче... Так, ну, это, наверное, да, последний мой шанс. И да, я уже точно не подберусь, ну что ж такое. 15 секунд осталось, это... Ну, все, толку нету, можно уже... Интернет лагает. У меня, к счастью, он не лагает, но это уже все равно нам ничего не дает. Если они сейчас еще второй мяч забьют... Нет, только не второй. Фух, они, ладно, второй не забили, то есть не совсем позорно. Ладно, ребят, слили мы последнюю катку. Сорян, но мы сделали все, что могли. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите новых видеороликов по колесу. И не только. Обязательно пересматривайте предыдущие видеоролики, которые вышли на канале. С вами был Флиппи и моя сестра Варя. Всем пока. Всем пока.